заходи, женишок. Тега, тега, тега. Тега, 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 тега. Тега, тега. Ой, ну дурачок ты. Дурачок ты и есть, дурачок. Ой, все орут, все орут. Сегодня с утра было холодно. Вот они, невесты наши. Ой, ой, что делается? О, идет, идет, женишок идет. Идет. Ага, вот он. Во-во-во-во-во. Ну-ну-ну-ну, не может подняться. Ой, ой. А это Линдочка сюда пришли. А что делать-то пришли? О, а где женишок-то? Куда делся-то? Он пошел за невестой, наверное. Вот появляется. Вот. Видите? Да. На снегу весь. Вон появляется, вон обходит. К невесте пошел, вон видишь? У-у-у, видели? Да сейчас, подожди. Сейчас увидим, все увидим. Вот она. Вот девочка. Вот она, красавица, ждала его, она ждала. Вот видите, как он к ней ласково, да? Ну-ка, поближе посмотрим. Вон, посмотрите, какие красивые. А? Да, их надо посадить теперь уже отдельно, вместе, вернее, не отдельно, а вместе. Да, вот он к ней ходит, видите? А батя серый все не разрешает. Ох, он какой! Че ждет? Ой, посмотрите, как он шейку делает. Что это такое? Линдочка! Ой, что-то все кругом. Да никто к твоей... Ой, видели что? Улетел туда серый бит. Улетел. Ой, какие у нас баталии здесь, а? Любовные у нас баталии. Да, Линдочка защищает свою девочку. Вон он, он повел ее. Не вижу, повел или нет, но там. Ну что, вот улетел туда через гору в снежную эту. А она вон села и сидит, ждет его. А батяня, видишь, караулит, рядом стоит. А? Вон он, за домом.
Ой, серый со своим пестрым стоит. А Батяня увел своих, да? Идет, смотрите, что-то ворчит, ворчит на своих девчонок. Серый хотел сюда идти и что-то вернулся. Пестрый с ним ходит. Ага, смотрите. Идет, идет сюда. Нет, развернулся. Ну ладно. Ой, красавцы, посмотрите. Вот эта невеста-то вторая, которая идет. Она поменьше, чем первая. О, бежит, бежит, Батяня бежит. Я задохнулась, бегала. Переобувалась и залезла на крышу. Отдышаться не могу. Линдочки идут. Вот все собрались, кроме Гошки. Ой, а серый-то вон на пригорочке, смотрите, опять шейку и так делает. Ага. Девочку, Линдочку хотели обидеть. Не получится. Кто так кричит? Ой, видели? Невеста пошла, пошла, невеста. Невеста сама пошла к жениху. Вон, забралась, видите, на горку? Смотрит, смотрит. Девочка смотрит. Линдочки пошли снова сюда. За дом пошли. Ага, вернули вас, да? Болтайтесь туда-сюда. Вот так вот вам. Ну, что-то заходил, заходил, загоготал. Что не нравится-то? Ну, куда тебе охота? Куда? Куда собрался бежать? Смотрите, девочка пошла, пошла к нему. Подходит, вон она, видели? Вторая залезла гусынка. Сейчас гусак, наверное, погонит этого молодого жениха. А? Нет, не стал трогать.
А вон там Гошка вышел с Матильдой. Видели вот этот гусак Линдочка? Не стал прогонять вот этого пестрого. Видели? Вот что бы это значило? Пестрого вот этого гусак или гусыня. Вот, под вопросом который. Его гусаки не гоняют. Ну что кричите-то, что кричите-то? Ваша калитка открыта. Что орать-то? Гнездо ищет, что ли? Ой, тишина, надо же, тишина. Толя пошел чистить выезд из гаража. Там сегодня, знаете, трактор ездил туда-сюда. Я аж проснулась. Вы знаете, мне показалось, что едут огромные машины друг за другом. Что-то уже... в таком напряжении в последнее время, что попало, кажется. Ну вот, в общем, ходят красотки. Ой, лезет потихоньку. Что-то он с помощью крыльев не может запрыгнуть, все взлетают, а он потихоньку царапается. Гошка и Матильда остались вдвоем. Не знаю, что случилось с дочкой. Ой, в общем, пришли вечером, уже когда загнали их, накормили, все было хорошо, нормально. А потом пришли, наверное, часа через два. Ну, в стайку мы же заходим. Туда-сюда ходим всегда. Зашли, она лежит как-то так, знаете. Ну, как я всегда говорю, что-то грустное, совсем, прям совсем грустное. И мы ее взяли, знаете, как принесли домой. Потом мы ее вынесли на улицу снова. Она вроде как это попила дома. Мы ее снова вынесли. На улице-то тепло было. И вот мы с ней стояли на улице, и я не могла понять, что с ней. Она прям такая, знаете, голову уронила. Ну, в общем, она у нас ушла от нас. И теперь дочки нету. Я пересмотрела последние ролики. Она была, в общем-то, так подвижная, шустрая. Ну, только знаете, что мне показалось? Но мне и тогда показалось как-то подозрительно, но я за ней наблюдала. Когда ее Матильда, помните, не стала пускать купаться. Ой, что делает? Помните, вот она ее отталкивала. И она так, в общем-то, и не отмылась, как вот Гошка с Матильдой. Наверное, птица чувствовала, что... Ну вот, Матильда чувствовала, что слабеет она, что ли. Но я всегда вот на это обращаю внимание, что-то не так, как обычно, понимаете? Вот, а дочка все у Гошки так это подходила, все с ним ходила рядом. Ну, не знаю. В общем, было все нормально, ходила она нормально, хорошо. Ела, главное, хорошо. Нету ее. А она ведь неслась. Она неслась уже давно. И я говорила, что она
прям несется и не перестает нестись. Может быть, из-за этого что-нибудь у нее нарушилось, что она ослабла. Не знаю. Но видно было, вот, что в тот день она как-то совсем загрустила. Ну вот, поэтому мы и пришли часа через два посмотреть, что там с ней. А она совсем слабая была уже. Ну, в общем, вот такие не совсем, ну, приятные новости. Хотя, знаете что, вот кто держит скотину или птицу, они меня поймут, что в хозяйстве такое бывает часто. Хоть у кого коровы, козы, у кого птицы много, вот бегают веселенькие, хорошенькие такие, и вдруг раз вечером, что-то слабенький, что-то задумался. Или бывает даже такое, что утром пришел, лежит. Что лежит, что случилось за ночь, никто не знает. Поэтому все бывает. Жизнь идет своим чередом.